Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат? Что такое истина? Единственное, что он сказал, это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость. Истина в том... Так это ты собирался разрушить здание храма? Что у тебя болит голова? Я Егемон. Говорил о том, что рухнет храм старой веры, но мучение твое сейчас кончится, голова пройдет. Кого из двух преступников намерен освободить Синедрион? Ты великий врач? Нет, и он просит отпустить Варава. Бараба! Я получил сведения о том, что этого Иуду зарежут сегодня ночью.